Собираемся мы в поликлинику. Сделала вот такой пучок. Не знаю, видно, не видно. Вот. Всем, кстати, привет. Прошли мы педиатра, мы прошли. Потом мы прошли. Мы сделали прививку от гепатита Б. Вторую, получается, была как вакцинация, а сейчас я немножко в этом не разбираюсь, но, в общем, две прививки сделаны от гепатита Б и одна БЦЖ, да, туберкулеза. Сегодня мы идем делать эхо КС. Это, я так понимаю, будут слушать сердце, да, ну, как вот работает. Вот. Так у нас все хорошо. Плачет, правда. Ну ничего. Вот так мы собираемся в поликлинику. Уснули, не знаю. Надолго, ненадолго. Надо будет идти. Чтобы сделали. Это как эхо КС, это как ЭКГ. ЭКГ сердца. Вот он спит, но просыпается, почему-то беспокойно спит. И кот рядом. Без него никак. Спит на шезлонге, кстати, часто. Засыпает, когда я ее ложу. Ее высокая турбулентность. Пошла собираться. Нам еще предстоит хирурга пройти, окулиста. Давай. И вроде все. Да, хирурга, окулиста. Я еще потом вспомню, скажу. Не помню. Побежала собираться. Вышли мы с поликлиники. Гуляем. Видите, какая у нас красота. Сирень расцвела. Сейчас покажу вам, там будет сирень. Очень красивая. Дочь спит. Гуляем. 2 недельки осталось. И потом мы уезжаем. Белая, если вы видите, только плохо ее видно, белого цвета, если видно, красотень такая. Пантолоны, как эти, забыла, называются. Шаровар таких. Вот, красивые очень. Дома вот эти все старые. В том доме мы живем пока. Машины тут всякие. Вот, вышли мы с поликлиники. В принципе, хорошо все. Но сказали еще через 3 месяца прийти обследоваться. Но это мы уже будем делать в Анталии, в Турции. Смотреть сердечко дочи. Вот. Завтра нам никуда не надо. 1-го числа мы поедем к хирургу. Вот. 8-го числа мы поедем к невропатологу. И 8-го пойдем к врачу, к терапевту. Вот. Гуляем. Спи, сонное царство. Вот так вот. Гуляем, гуляем. Погода отличная, сами видите. Да, тут футбольное поле, где брат мой играет. Так, на чем я остановилась? 8 числа мы пойдем. Нам сделают выписку всех врачей, всех прививок. И уже там мы будем наблюдаться. Да, потому что ребенка нужно наблюдать. Она еще маленькая, 17 июня. Нам будет месяц. Вот, не знаю, успею я что-то снять или нет. Буду уже снимать, да, в аэропорту. Пока время есть сегодня, вот, завтра уже 31 число. Призакрою ее. Завтра 31. Вот. Еще буду снимать. А так буду в аэропорту снимать. Встречусь с папой первый раз. Вот.
Так что вот так вот. Пока погуляем, погодка хорошая, в принципе, нечего показывать. Дома, вон там какие-то желтые листочки. Не знаю, как они называются, по-моему, ромашки. Они так пахнут, честно, не помню, как они называются. Наш дом. Скоро мы с него съедем. Здесь площадка. Вот так вот. Муж взял билеты 27 числа. Вот электроны мы распечатали. Тут написано, когда мы летим. 11 июня. Все. На дочку Шенгель София. И также на меня билет. Взят. Фамилии пока у нас разные. У меня еще девичья фамилия. Буду менять в Анталии, в русском консульстве. Вот. И в 23.00 мы уже будем в Анталии. Так вот мы рассматриваем игрушки. Да? Да. Ой, сколько много игрушек. Всякие разные. Да. Внимательно смотрят на игрушечки. Mm-hmm. Не оторваться. Угу. Как звезда. Давайте из двух телефонов снимаем. Да, слушай, столько игрушек на выбор. Тут чего только нету. На вырост игрушки. Он смотрит. А ты скажи, плакала. Купите мне игрушку. А ты плакала. Купите мне игрушку. Вон сколько всего. Да? Купите мне игрушку, скажи. Игрушку, скажи, хочу. Ничего. Купите мне игрушку. Сколько игрушек всяких. Смотри, пчелка. Где пчелка? Вон она. Ой. Смотрит. Скажи, я хочу игрушку. СССР, да? Mm-hmm. Всякие игрушки. Зашли взять пустышку на дорогу, фирма Чика. Влажные салфеточки и для груди. Вот. Тоже в будущем, да. Привет, я Даша путешественница. Хорошо, у нас детский мир. Чего только нету в детском мире. Да? Смотрит на игрушки, да? Софья. Ну, все смотрит. Софа. Шопинг, да, у нас? Такая маечка и такие, такая платьица, да? И штанишки. Давай ее, ну. Держи, не нравится, да? Смотри, зайчики. Такие мы взяли. Покажи. Красиво. О. А ты красиво. Одевать, а, да. Одевать, ты говорила, неудобно. Зашли в Глорию джинс. Тут панталоны, шаровары, платьица всякие. Такие мимишные костюмчики. Вот это платье очень красивое. Так, особо не покупаем, что летим уже скоро. Вот такая что вот. Будет, если я его еще получит купить это? Сейчас гляну тут. Тут уже на вырост. В общем, чего только нет. Очень прикольная маечка. Вот. Глория джинс, так что если в вашем городе есть Глория джинс, идите, покупайте. Вот так вот. Так, потихоньку делаем небольшие покупочки. Взяли еще одну упаковку памперсов. Вот они. Очень нравятся, не знаю вообще. Для меня они пока must have. Просто находка. Взяли такую вот ортопедическую сосочку.
Чика фирма. Вот. От нуля плюс в самолет. Такие влажные салфеточки. Бережная защита, да, антибактериальные детские. Убивает 99,9% микробов. И взяли вот, вернее, это от бабушки с дедушкой. Такое платьице. Я уже показывала в магазине. Штанишки вот к этим. Надо все погладить будет. Я постирала штанишки. Такая маечка. Да, это маечка. И сестра подарила вот такой бодик на год. От года до двух. Вот. Вот такие вот небольшие покупочки. Собираемся потихоньку. Так, вот еще купила вот такой гель. Я его брала в роддом. Он очень классный вообще. Для подмывания младенцев. Можно и самим, да, ванные процедуры принимать. И с ребеночком. Вот таких 2-3 штучки возьму. Мне очень они нравятся вообще. Супер. Всем советую. Да, Софийка? Да, зевает у нас тут. Вот мы тут вместе собираемся. Вон она лежит. Сейчас батарея сядет. Да, такая серьезная девочка. Собирается вместе с мамой. Да. Продолжается влог. Сегодня я иду подстригаться. Намыла волосы. Надо расчесать и... подстригу их, наверное, каскадом как-нибудь поинтереснее, потому что уже надоели вот эти вот сухие кончики. Не знаю, хоть хочется что-то перед поездкой, да, измениться, какой-то образ новый. Брови покрасим, покрасят парикмахерской, потом сниму, когда выйду с парикмахерской. Вот. Вот я подстриглась. Такие легкие стали волосы. Посвежело. Бровки сделали. Наверное, видно. Вот. Вот так вот. Лучше, чем, конечно, было. Молодые мамы тоже должны за собой следить. Небольшой такой каскадик. И сантиметров 5 точно сняли секущихся мертвых волос. Хотя парикмахер сказала, что волосы выглядят вроде неплохо, блестят и по качеству вроде ничего такие. Вот, вот так вот. Полечу к мужу со стрижечкой. Так вот. Как вам? Не нравится. Марсик, ты куда собрался? А? Марсик. Марсик собирается со мной. Да? Ты собираешься со мной? Провожаешь меня? Нас. Сидит в чемодане. Вот ему там хорошо. Вот второй чемодан раскрытый. Буду потихонечку собирать вещи. Да, Марсик? Кс-кс-кс-кс. Ты будешь мне помогать вещи собирать, котяра? Кс-кс-кс-кс. Собрали мы вещи. Сегодня уже 11 число. Уезжаем сегодня. Следующие влоги ждите в Анталии. Сниму еще, как в самолете мы будем. Что? Хорошего нам полета. Увидимся в Анталии.